Модернизацию Кентавской ТЭЦ продолжают в Туркестанской области. Сейчас там ремонтируют 8 котлов. На реконструкцию основного поставщика тепла выделили 13,5 миллиардов тенге. Одновременно проводят обновление тепловых сетей и других объектов теплоснабжения. Кентавскую ТЭЦ модернизируют впервые за 11 лет. Хотя по правилам технической эксплуатации это необходимо делать не реже одного раза в пятилетку. Несоблюдение регламента приводит к нештатным ситуациям. К примеру, в прошлом году в самый разгар зимы одновременно вышли из строя 4 котла, оставив без тепла практически весь город. Ведь ТЭЦ обеспечивает теплом 350 многоэтажных домов, сотни социальных объектов, всего 14 тысяч абонентов. По словам руководителя проекта Максима Иванова, они приложат все усилия, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Будет 3 уровня защиты, блочный щит управления, где машинисты могут с компьютера управлять любым котлом в любой ситуации. Плюс еще 2 вида защиты. Будет механическое отключение и будет отключение со шкафов блочной сети управления. На модернизацию Кентавской ТЭЦ из республиканского бюджета выделили 13,5 миллиардов тенге. Работы идут масштабные. На 6 из 8 котлов проводят капитальный ремонт, а на 2 – текущие. Основную часть работы обещают завершить в середине сентября. По словам главного инженера ТЭЦ Мухтара Мукулбекула, на станции заменят турбины, а систему управления переведут в автоматический режим. 4 котла подготовим к началу отопительного сезона, еще 2 будут находиться в резерве. В этом году мы встретим отопительный сезон в полной готовности. Такой ситуации, как в прошлом году, когда оказались без резервных котлов, не должно повториться. Подрядчики обещают завершить работы в срок. Турбины 7 и 8 котлов заменят полностью. Помимо этого, прокладываем 6,5 километров магистральной теплотрассы, обновим 4 обратных насосных станции. Параллельно занимаемся опрессовкой и промывкой системы отопления. Модернизации ТЭЦ задействовали 90 человек. Параллельно приводят в порядок и отопительные системы многоэтажек. Сыняков Жасарова, Жандос Жумабе, Куаныш Абуов, Туркестанская область, 24 КИЗ.